Шестилетняя Даша тихо рисует рядом с мамой. На первое заседание женского клуба Юлия взяла дочку с собой. Здесь, в Пензенском центре занятости населения на Бекишской 8, девушки помогают друг другу начать новую жизнь или продолжить прежнюю карьеру после декрета. Ну вот мне как раз помог книжный клуб. Я организовала его, когда моей младшей дочке, Дашеньке, было несколько месяцев. И это был как раз способ выйти из декретных таких приятных, но рутинных дел и найти тех, кто близок мне по духу. Пензенская область вошла в число 17 регионов, где в этом году модернизируют центры занятости. Их делают удобнее, ремонтируют и внедряют современные методы обслуживания. А также меняют подходы к вопросам трудоустройства. Женский клуб будет большим подспорьем. Мамы после декрета традиционно одни из самых психологически незащищенных соискателей. Я посещаю вместе с коллегами различные производственные предприятия. Мы также рассказываем, делимся своим опытом. Сегодня я буду рассказывать историю своего успеха. Сейчас женщины могут повысить квалификацию или пройти переобучение. Также предлагается подать заявку на портал «Работа в России», выбрав конкретное образовательное учреждение. Оно, в свою очередь, связывается с центром занятости. Специалисты биржи труда организуют уроки профориентации, чтобы мама поняла, подходит ли ей выбранная специальность. И если все условия соответствуют, то мы выдаем направление в учебное заведение, которое выбирает мама. Курсы проходят дистанционно, очно-дистанционно и очный формат. Учиться по такой схеме в этом году уже начали 45 мам. В основном они выбирают специальности по кадровому делопроизводству, бухгалтерскому учету и информационным технологиям. Планируется, что в женские клубы будут приглашать бизнес-леди, чтобы те делились опытом. Также здесь намерены организовывать экскурсии к потенциальным работодателям и изучать возможные формы переквалификации. Мы планируем, что женский клуб будет открыт при каждом филиале Центра занятости населения Пензенской области. На сегодняшний момент всего по области 28 филиалов. Мы уже открыли женский клуб «Пензенский район», город Пенза, Макшан. К работе будут привлекать психологов, которые помогут женщинам восстановиться после декретного отпуска, оценить современный рынок труда, составить резюме, подготовиться к собеседованию.